Руси, как могли, Козу Ностру берегли, но Россия и на них накатила. Те опомнились едва, как российская братва пол Европы за три дня прикрутила. Те опомнились едва, как российская братва пол Европы за три дня прикрутила. Им бы тихо лечь на дно, они сказали «но» и забили в Копенгагене стрелку. Подтянулись на перов отморозков и быков, чтобы наши положить в перестрелке. Подтянулись на перов отморозков и быков, чтобы наши положить в перестрелке. Наши прибыли туда без особого труда, без поклажи, но в руках по барсетке. Цепи ровно в три версты, двухпутовые кресты и для важности фасонные кепки. Цепи ровно в три версты, двухпутовые кресты и для важности фасонные кепки. Мафиози не отнять, крепко могут воевать и привычные ко всяким моментам. Но для их бандитских масс столько золота за раз сразу стало основным аргументом. Но для их бандитских масс столько золота за раз сразу стало основным аргументом. Чтобы шум не подымать и вопросы сразу снять, им на пальцах объяснили понятия. А чтоб хватало нам на жизнь и буржуйский бандитизм, обложили ежегодной податью. А чтоб хватало нам на жизнь и буржуйский бандитизм, обложили ежегодной податью. И пока жива братва, у России есть права все проблемы доводить до решения. Ну а если будет спрос и поднимется вопрос, то прикрутим и Саддама Хусейна. Ну а если будет спрос и поднимется вопрос, то прикрутим и Саддама Хусейна. Спасибо, стали вспоминать, да, потихоньку. Все-таки, знаете, 20 лет, такой период.